Добрый вечер. В эфире новости на телеканале CBC. В студии Тели Гусейнзаде. Вначале коротко о главном. Члены незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы, в очередной раз подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии и предприняли попытку установить фортификационные сооружения. Укрепление обороноспособности страны в соответствии с планом подготовки на 2023 год состоялся очередной выпуск курса «Команда» с участием курсантов военного института имени Гейдара Алиева. В южном регионе Азербайджана организован праздник европейской культуры в городе Ленкиаран. При участии представительств Евросоюза и послов разных стран состоялось открытие «Евровиллдж». Пожар и взрыв произошли недалеко от Анкары на заводе по производству ракет и боезарядов. Для них сообщается о 5 погибших. Правоохранительные органы Турции изъяли в Стамбуле крупнейшую в истории страны партию фальшивых купюр на сумму 1 миллиард долларов. Преступный картель был организован гражданами нескольких стран. Вооруженные силы Армении снова обстреливают позиции азербайджанской армии. В ночь с 9 на 10 июня с позиции в направлении Басаркичарского района подразделения вооруженных сил Армении в очередной раз подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении Дашкисанского района. Как сообщает Министерство обороны Азербайджана, члены незаконных армянских вооруженных формирований на территории страны, где временно размещены российские миротворцы, с перерывами подвергали обстрелу позиции азербайджанской армии в направлении Ходжалидского и Шушинского районов. По всем упомянутым направлениям азербайджанскими подразделениями были приняты адекватные ответные меры. Кроме того, члены незаконных армянских вооруженных формирований под видом сельскохозяйственных работ вновь предприняли попытку установить долговременные фортификационные сооружения перед позициями азербайджанской армии в направлении Агдамского, Физулинского, Ходжалинского, Ходжавенского и Шушинского районов. В результате неотложных мер работы были немедленно остановлены. Несмотря на неоднократные обращения, власти Армении в очередной раз продемонстрировали намерение нанести удар по мирным переговорам. Об этом говорится в заявлении уполномоченного по правам человека Азербайджана. Выражен протест в связи с продлением срока заключения азербайджанских военнослужащих, захваченных в плен Армении и незаконно лишенных свободы. В частности, отмечается, что пропавший 23 апреля без вести на пограничной с Арменией территории Шахбузского района Нахчеванской автономной республики Азербайджана и, как выяснилось позже, захваченные в плен Армении по ложным обвинениям, были приговорены к лишению свободы. Они не были обеспечены адвокатом, подвергались различным пыткам и жестокому обращению. Таким образом, нормы международного права были грубо нарушены. В результате так называемого судебного процесса, проведенного Арменией, было вынесено предвзятое решение о незаконном лишении свободы военнослужащих и продлении срока их тюремного заключения. Азербайджан решительно требует немедленного освобождения солдат. Там подключается Михаил Нижмаков, политолог, ведущий аналитик агентства политических и экономических коммуникаций. Михаил, здравствуйте. Здравствуйте. Ну вот мы видим, что переговорный процесс, опять же, сейчас находится в активной фазе. Стороны общаются на разных площадках, но напряжение в регионе не спадает. Армения продолжает свои провокации. Вот как вы считаете, все-таки о чем свидетельствует вот последняя ситуация в переговорном процессе? Ну, очевидно, что даже очень интенсивный переговорный процесс не является гарантией от того, чтобы не происходило каких-то вооруженных инцидентов, так сказать, и в зоне временной ответственности российских миротворцев, и на границе Азербайджана и Армении. То есть это отнюдь не панацея от того, чтобы такие инциденты повторялись. В принципе, можно предположить, что в летний период, в том числе,
невооруженные инциденты, так сказать, вот на этих территориях вполне вероятны. Что касается, собственно говоря, дальнейшего хода переговорного процесса, ну, пока, скорее всего, вряд ли мы увидим некую приостановку, так сказать, этого хода переговоров, поскольку мы видели конкуренцию сразу нескольких форматов в рамках таких переговоров даже в течение мая, например, начало июня, то есть можно вспомнить и, так сказать, пятисторонний вариант в Кишиневе, и брюссельский формат раньше, и встречу в трехстороннем формате в Москве. То есть мы видим то, что очень много, в том числе потенциальных посредников, кто заинтересован в том, чтобы переговорный процесс продолжался. Ну и плюс к этому отмечу, что важным фактором, влияющим на ход переговорного процесса, стали итоги выборов в Турции. То есть, если бы, да, как часть экспертов прогнозировала в свое время, да, там несколько недель, несколько месяцев назад, выборная кампания в Турции закончилась неким, скажем так, таким политическим кризисом, да, то это влияло бы на, в том числе, ситуацию в рамках переговоров и между Баку и Ереваном. В данном же случае мы видим, что у Турции, у руководства Турции во многом расширяется пространство для маневра, да, поскольку в данном случае выборы закончились победой Реджепа Эрдогана, и за этим не последовало какой-то массовой протестной кампании, то есть больше возможностей для того, чтобы на внешнеполитическую деятельность да, переориентироваться, уделить ей внимание. Поэтому наверняка, хотя, например, да, представители армянской стороны отмечали, что никаких предусловий по другим направлениям со стороны Турции в рамках переговоров между Ереваном и Анкарой нет, все-таки некая, скажем так, необходимость учитывать, да, интенсивность одновременно переговорного процесса между Баку и Ереваном, наверняка со стороны Турции здесь тоже звучало, да, в непубличном формате, может быть, но, да, учитывая стратегическое партнерство между Баку и Анкарой, наверняка этот вопрос тоже поднимался. Поэтому, ну, мы видим, что несмотря на сложную обстановку, в принципе, и, да, несмотря на инциденты, которые могут повторяться и в, так сказать, зоне ответственности российских миротворцев, и на границе Азербайджана и Армении, в любом случае переговорный процесс, скорее всего, в ближайшее время будет продолжаться. Угу. Ну, вот накануне в Сочи состоялась встреча премьер-министра Армении Пашиняна с президентом России Владимиром Путиным. И вот Пашинян опять там жаловался на вот эту якобы гуманитарную ситуацию в Карабахе, что вот якобы Азербайджан препятствует доставке туда продовольствия. Ну вот в целом вроде бы и признал, да, что Карабах – это, как говорится, азербайджанская территория, а все равно вот какие-то нелогичные заявления. Как вы считаете, с чем это связано? Скорее всего, тот факт, что в рамках публичной части переговоров Владимира Путина и Никола Пашиняна со стороны премьера Армении поднимался вопрос именно о ситуации в зоне временной ответственности российских миротворцев, здесь может быть два как минимум, да, две причины. Одна из них – это намерение продемонстрировать внутренней аудитории в самой Армении, что Никол Пашинян держит руку на пульсе, что он не забывает про тему Карабаха, поскольку в адрес Пашиняна со стороны оппозиции неоднократно звучали вот эти обвинения, что он предает армян Карабаха, что он идет на неприемлемые уступки, что это некий вот самый трагичный, так сказать, сейчас этап в истории Армении развивается на фоне этих переговоров. То есть в данном случае вот такой вот шаг, да, со стороны премьера Армении в сторону своих, так сказать, ну, в сторону таких настроений внутри Армении. И второй момент, это, так сказать, мы увидели, что, в общем-то, Никол Пашинян довольно комплиментарно отозвался о российских миротворцах, да, упомянул об их гуманитарной роли. Здесь, тоже поднимая, в принципе, ситуацию вокруг Карабаха, Пашинян таким образом получает возможность, так сказать, сделать более такие доброжелательные позитивные заявления в адрес России, уравновешивая тем самым целый ряд заявлений других представителей, так сказать, армянских властей, которые высказывались, скажем так, таким образом, что вряд ли в Москве это вызывало некий энтузиазм. Да? То есть можно вспомнить и, да, высказывание по поводу, так сказать, того, что контроль за транспортом, сообщением в рамках разблокирования транспортной коммуникации не должен
осуществляться российскими пограничниками, да, хотя пункт 9 трехстороннего заявления, которое в ноябре 2020 года подписывалось, все-таки да, несколько о другом говорит. И более ранние заявления Армена Григоряна, секретаря Совбеза Армении, где также, в общем-то, прохладные нотки в отношении Москвы фигурировали, да, и по поводу поставок вооружений, и там по ряду других вопросов. То есть, поднимая сейчас, затрагивая сейчас деятельность российских миротворцев в Карабахе, причем, да, затрагивая комплементарно, Никол Пашинян таким образом публично несколько вот, так сказать, уравновешивает для баланса вот те заявления, которые вряд ли в Москве воспринимались бы позитивно. Ну, действительно, риторика у Армении очень странная. Но вот в Ереване же говорят, что в конце года Армения с Азербайджаном все-таки выйдут на какой-нибудь документ. И опять же, глава МИД Азербайджана также говорит, что мы на пороге мира. Вот что все-таки вот может все разрушить, как вы думаете? Ну, шансы на то, что действительно может быть подписан некий документ, или, по крайней мере, оказаться на пороге подписания такого документа где-то в последние месяцы года, да, такой шанс есть. Так сказать, если действительно не произойдет какого-то такого жесткого разрыва переговоров в течение лета или начала осени, то действительно, так сказать, есть такая вероятность. Ну, что может воспрепятствовать? Ну, либо какие-то очень серьезные, да, масштабные вооруженные инциденты в зоне конфликта, да, то есть, как, опять же, повторюсь, как на границе Азербайджана и Армении, так и, возможно, в зоне временной ответственности российских миротворцев. Кроме того, так сказать, можно отметить фактор внутриполитической ситуации в Армении, да, впереди в, так сказать, сентябре выборы в Совет старейшин Еревана, учитывая, да, какая заметная доля населения Армении проживает в столице этой страны, это важное внутриполитическое значение имеет. И здесь, да, Никол Пашинян оказывается в такой сложной ситуации, поскольку, с одной стороны, так сказать, не высказываясь как-то, да, не демонстрируя некую жесткую линию в рамках переговорного процесса, он может получить критику со стороны оппозиции, что он в данном случае предает интересы Армении, а с другой стороны, не развивая переговорный процесс, может произойти серьезная эскалация новая между Баку и Ереваном, что тоже на внутриполитических позициях Никола Пашиняна не лучшим образом может сказаться. Поэтому, да, увидим, как именно может меняться в том числе риторика и Никола Пашиняна на этом фоне. Скорее всего, все-таки он попытается, так сказать, не довести ситуацию до того, чтобы переговорный процесс был окончательно разорван за это лето. То есть все-таки мы пока, так сказать, сохраняется достаточно заметная вероятность, что к осени, если не серьезные подвижки произойдут, то, по крайней мере, да, некие шаги в рамках переговоров вперед будут все-таки сделаны. Ну, все на это надеемся. Спасибо вам большое за ваш комментарий. Я напомню, на прямой связи со студией был Михаил Нижмаков, политолог, ведущий аналитик Агентства политических и экономических коммуникаций. В соответствии с планом подготовки на 2023 год состоялся очередной выпуск курса «Команда» с участием курсантов 4-го курса военного института имени Гейдара Алиева. Об этом сообщили в Минобороны Азербайджана. На церемонии было особо подчеркнуто использование турецкой модели подготовки профессиональных офицерских кадров в азербайджанской армии в рамках реформ, проводимых в сфере военного образования. Была отмечена важность курса подготовки «Команда» в осуществлении этого процесса. В ходе полевых выходов увлеченный курсом состав отработал современные боевые приемы, технику альпинизма и другие действия в соответствии с условиями реального боя. Представительство Европейского Союза в Азербайджане вместе с послами стран-членов организации посетили Ленкоран, где развернулся европейский городок. Местные жители и гости города получили возможность ознакомиться поближе с культурой стран Европы. Все подробности в следующем сюжете. Ежегодный фестиваль европейской культуры «Евровиллаж» на этот раз приехал в город Ленкоран. Послы европейских государств в Азербайджане рассказывают гостям Еврогородка не только о традициях своих народов. В рамках «Евровиллаж» также предоставлялась информация об осуществляемых ЕС проектах, направленных на региональное развитие в области здравоохранения и образования. В настоящее время мы реализуем два проекта при поддержке Евросоюза.
Это проект по вакцинации и проект по психическому здоровью и социальной поддержке. В данный момент мы представляем проект по социальной поддержке. Это координация и трансформация сервисов по психическому здоровью в постконфликтный период. А в этом проекте мы оказываем помощь населению, которое непосредственно пострадали от конфликта. На фестивале представлены стенды посольств Румынии, Латвии, Литвы, Эстонии, Польши, Швеции, Болгарии, Германии, Бельгии, Хорватии, Нидерландов и Чехии. Это мероприятие свидетельствует о прочном партнерстве между Азербайджаном и Европейским Союзом. Я лично третий раз в Ланкаране, первый раз в таком мероприятии. Великолепно, что вот мы собрались все послы Европейского Союза, показать себя, показать Евросоюз в целом, но и каждую страну по отдельности. Это честь, это вообще приятно нам. Народ очень кипящий, такой открытый, веселый, открыт к другим, да, вот познать другие страны, другие атрибуты, другую культуру. Румыния — это первый из Европейского Союза стратегический партнер Азербайджана, чтобы вы знали, с 2009 года. У нас проекты серьезные развиваются между Румынией и Азербайджаном. Жители и гости Ланкарана проявляют повышенный интерес к Евровиллидж. Здесь, не покидая пределов страны, можно проникнуться уникальной атмосферой каждой представленной на фестивале страны, попробовать национальную кухню и в целом углубить знания о европейском регионе. Здесь очень интересно, предоставляется познавательная информация. Больше всего мне понравились стенды Германии и Чехии. Нам задавали вопросы об этих странах, за правильные ответы дарили книги, журналы, карта Азербайджана. Я очень рад, что в Ланкаране проходит такой фестиваль. Накануне состоялась встреча главы представительства ЕС в Азербайджане Петра Михалко с главой исполнительной власти Ланкарана Талехом Гарашевым. Послы стран-членов ЕС посетили также Ланкаранский государственный университет, пообщались со студентами и преподавателями вуза. Гости успели ознакомиться с проектами, направленными на развитие агротуризма в регионе. Побывали в знаменитой Цитрусовой долине. Лили Гусейнли, Эсмира Алиева, Вюсал Алекперов, CBC. Политика лжи и лицемерия. Премьер-министр Армении Никол Пашинян по-прежнему пытается усидеть на двух стульях. Армянский премьер то предает Россию, то рвется в объятия Запада, то обслуживает интересы Кремля в ущерб интересов США и Евросоюза. О новых свидетельствах двойственной политики Еревана в следующем сюжете. Пример политического двуличия. Так эксперты оценивают встречу премьер-министра Армении и президента России, состоявшуюся накануне в Сочи. Никол Пашинян по-прежнему пытается усидеть на двух и даже порой на трех стульях. В кабинетах Кремля армянский премьер говорит одно, а Западу совершенно другое. Пашинян, строящий из себя прозападного демократа, в этот раз выступил совсем в другом амплуа. На встрече в Сочи он осыпал похвалами Владимира Путина, хотя несколькими днями ранее, выступая на саммите Европейского политического сообщества в Молдове, отказался признавать Россию союзнической страной. К слову, пока Пашинян вынужден петь дифирамбы российской дипломатии, представители его правительства активно разъезжают по западным странам в надежде выпросить еще больше подачек. Это не балансированная политика, а политика лжи и лицемерия, считает гендиректор Каспийского института стратегических исследований Игорь Короченко. Я думаю, что на этой встрече Путин еще раз убедился, что с Арменией предстоит работать в тесном формате координации своих действий с Азербайджаном. Россия по-прежнему заинтересована в открытии Зангезурского транспортного коридора. Это отвечает ее национальным интересам. Точно так же национальным интересам России отвечает и неприсутствие в регионе западных игроков, в то время как Армения уже разместила у себя расширенную пресловутую наблюдательную миссию Евросоюза. Мы видим также и активное посещение Армении различного рода западными эмиссарами, как от ЕС, так и от, собственно, Соединенных Штатов Америки. Поэтому впереди предстоит долгая и трудная работа.
В экспертных кругах Пашиняна уже прозвали «слугой двух господ». Совершая реверансы в сторону Запада, он при этом не забывает обслуживать интересы России. Судя по поведению, сигнал на полный разрыв отношений с Москвой Варчапет, похоже, еще не получил. Сегодня Армения незаконными методами помогает России обходить западные санкции. Москва уже смогла довести импорт ряда ключевого электронного оборудования до довоенного уровня. Большая часть поставок чипов и процессоров осуществляется через территорию Армении. Армянская сторона реэкспортировала в Россию 97% подобной техники, закупленной у Соединенных Штатов Америки и стран Евросоюза. Проще говоря, Ереван работает по принципу «и нашим, и вашим». Дешевые армянские услуги по обходу санкций не раз критиковали и в Государственном департаменте США, но почему-то решили ограничиться одними лишь осуждающими заявлениями. Иными словами, Запад закрывает глаза на мошенническую деятельность Армении так же, как 30 лет закрывал глаза на ее захватническую политику в отношении Азербайджана. Премьер-министр Армении Никол Пашинян мечется, пытаясь усидеть на трех стульях сразу – российском, американском и европейском. Поэтому он проводит встречи в различном формате и, разумеется, свои высказывания адаптирует под конкретного собеседника. Обрушился, опять же, с обвинением на Азербайджан. Опять педалировал тему Лачинского коридора, что якобы существует блокада, от которой страдает армянское население, проживающее в Карабахском экономическом районе Азербайджана, что, разумеется, является полной ложью. По той простой причине, что армяне свободно с прохождением таможенных пограничных процедур на контрольно-пропускном пункте, который установлен азербайджанской стороной, без каких-либо препятствий и сложностей могут двигаться совершенно и в том, и в другом направлении. Кстати, в вопросе лицемерия у премьер-министра Армении есть объект для подражания. Это его ярый защитник, президент Франции. Ведь Эммануэль Макрон в этом деле настоящий ас. С одной стороны, он выражает поддержку Украине, а с другой ведет тайные переговоры с Россией. Еще в прошлом году в сеть просочилась аудиозапись его конфиденциального телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным. Слили запись в сеть сами же французы. Такое двуличие и лицемерие Париж демонстрирует и в вопросе нормализации отношений Баку и Еревана. Франция постоянно твердит о необходимости мира, параллельно вооружая Армению. Из-за этой предвзятой позиции Макрон и был отстранен от официальных переговоров глав Азербайджана и Армении. Французский лидер теперь вынужден ограничиваться лишь участием в неформальных встречах. Шамистан Мамедов, CBC. Сегодня проводится контрольный экзамен по способностям, являющийся первым экзаменом очного этапа конкурса «Возрождение». Как сообщил замминистра молодежи и спорта Азербайджана, руководитель рабочей группы конкурса Фархад Гаджиев, каких-либо нарушений в ходе экзаменационного процесса не зафиксировано. Сегодня заново проверяются навыки вербального и цифрового анализа, абстрактного мышления конкурсантов. Участники, набравшие не менее 70% баллов в онлайн-экзамене по способностям и не менее 50% баллов в каждом тестовом блоке, получат право на участие в экзамене по управленческим навыкам. Конкурс проходит в 5 этапов: регистрация, онлайн-отбор, очный отбор, полуфинал и финал. 20 победителей конкурса «Возрождение» получат план личного развития на 1 год от руководства и денежный приз на саморазвитие в размере 20 тысяч манатов. Право на участие в экзамене очного этапа получили 1325 человек, успешно прошедших предыдущие этапы конкурса. Только участники, успешно завершившие данный этап, пройдут полуфинал конкурса. Сегодняшний экзамен больше связан с логическим и математическим мышлением, завтрашний же с управленческими навыками. Будут очень сложные вопросы, и эти вопросы подготовлены с использованием самых передовых мировых практик. Сегодняшний экзамен проходит в 7 локациях, организованных в Баку. Результаты будут размещены в личных кабинетах участников. Конкурс «Возрождение» был учрежден распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева 26 июля 2019 года с целью выявления перспективных руководящих лиц с высоким интеллектуальным уровнем и управленческими качествами, а также для формирования в стране резервного банка кадров. 20 декабря 2022 года глава государства подписал распоряжение о проведении третьего конкурса «Возрождение». С
Создание единого крупного оператора для среднего коридора является необходимостью. Об этом сказал министр торговли и интеграции Казахстана Серик Жумангарин в ходе встречи с министром энергетики Азербайджана Первизом Шахбазовым в рамках Астанинского международного форума. По словам казахстанского министра, развитие среднего коридора является приоритетной задачей для обоих государств. Стороны уже подписали дорожную карту до 2027 года по синхронному устранению узких мест. Следующим шагом является создание единого оператора данного маршрута. Эту инициативу поддерживают все участники проекта. Кроме того, как подчеркнул Серик Жумангарин, важно определить сквозные тарифы, для чего также необходимо участие Грузии. Средний коридор, пролегая через несколько стран, включая Китай, Казахстан, акваторию Каспийского моря, Азербайджан, Грузию и далее Турцию и страны Европы. Этот маршрут представляет собой альтернативу северным маршрутам поставок грузов в Европу. Сокар Энерджи открыла первую водородную заправочную станцию на швейцарских автомагистралях. Об этом на своей странице в Твиттер написал посол Азербайджана в Швейцарии Фуат Искендеров. Посол сообщил, что первая энергетическая инновация – водород на автобанах самой инновационной страны мира – была предоставлена государственной нефтяной компанией Азербайджана. Выступая на открытии заправочной станции, посол рассказал об осуществляемых Азербайджаном инициативах в области зеленого перехода, в том числе о вкладе страны в энергетическую безопасность Европы, о поставках зеленой энергии в Европу. Новый пункт заработал на заправке Сокар недалеко от города Берн на трассе, соединяющей основные крупные города Швейцарии. Инфляция в Азербайджане в 2023 году составит в среднем 12% по сравнению с почти 14% в 2022 году. По отчетам международного рейтингового агентства S&P Global Ratings, после этого она должна постепенно снизиться до 5% до 2025 года. Аналитики агентства считают, что текущее повышательное давление цен обусловлено последствиями открытия экономики после пандемии, инфляции цен на продукты питания и глобальными тенденциями, поскольку Азербайджан импортирует широкий спектр товаров из-за рубежа, и динамика инфляции за рубежом оказывает на него существенное влияние. Кроме того, S&P Global Rating подтвердила досрочные и краткосрочные суверенные кредитные рейтинги Азербайджана в иностранной и национальной валютах на уровне со стабильным прогнозом. Данный прогноз отражает ожидание того, что благоприятные цены на углеводороды поддержат финансовую позицию и платежный баланс Азербайджана в следующем году, несмотря на прогнозируемое среднесрочное снижение добычи нефти. Двадцать тонн топлива, отправленного государственной нефтяной компанией Азербайджана «Сокар» в Украину по поручению президента Ильхама Алиева в качестве гуманитарной помощи в связи с обращением украинской страны, доставлены в Одессу. Это уже 11-й гуманитарный рейс, отправленный из Азербайджана в Украину с начала войны в этой стране. Первая помощь была доставлена уже через 3 дня после начала войны, 27 февраля. На территорию страны было доставлено 137 тонн медикаментов и медицинского оборудования. Новая партия гуманитарной помощи Украине, которую выслал Азербайджан, состоящая из водяных труб, насосов для откачки воды, спасательных жилетов, будет распределена в том числе в зоне бедствия, возникшей после подрыва Каховской гидроэлектростанции. Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов выразил соболезнования министру национальной обороны Турции Яшару Гюляру в связи с гибелью людей в результате взрыва на заводе в провинции Алмадан Анкары. Закир Гасанов пожелал скорейшего исцеления раненым. МИД Азербайджана также выразил соболезнования Турции в связи с трагедией на оборонном предприятии в результате взрыва на заводе по производству ракет и взрывчатых веществ, расположенном в районе Эль-Мадар. Погибли 5 человек. В Индии, в штате Бихар, рухнул недостроенный 3-километровый мост за 200 миллионов долларов. Об инциденте сообщило издание The Times of India. Это сооружение обвалилось уже 2 раз за год. Эксперты задаются вопросом, это ли не индикатор качества производства страны, намеренной конкурировать с Китаем.
В индийском штате Бихар рухнул в воду участок недостроенного транспортного моста. Стоимость строительства сооружения протяженностью более 3 километров составляла $207 миллионов. Оно началось еще в 2014 году и ожидалось, что завершится в 2020. Мало того, что планы не осуществились, так еще 30 апреля 2022 года произошло первое обрушение части моста. Причиной тогда назвали ослабленный трос, хотя некоторые эксперты заявили об использовании некачественных строительственных материалов. Вскоре после этого власти штата провели пресс-конференцию и заявили, что на самом деле были выявлены недостатки в конструкции. Теперь же мост рухнул во второй раз. Это не единственный подобный случай. По меньшей мере, 141 человек погиб в результате обрушения моста в штате Гуджарат на западе Индии осенью прошлого года. Многие из погибших – дети, которые приехали с родителями на каникулы отмечать один из главных индуистских праздников – Дивали. Мост через реку Мачху в городе Морби рухнул всего через несколько дней после того, как был открыт после полугодового ремонта. Такие инциденты – частое явление в Индии. Однако самое крупное государство в Южной Азии все равно пытается конкурировать с такой сверхдержавой, как Китай. Подобные проблемы в индийском строительстве и производстве вызывают беспокойство в связи с уровнем развития этой страны. Также возникают вопросы об имеющейся там коррупции. С другой стороны, инфраструктура в Китае крайне развита. Согласно плану диверсификации, компания Apple решила перенести часть производства айфонов из Китая в Индию. Однако, как сообщает Financial Times, служба контроля качества Apple забраковала 50% всех чехлов для iPhone, произведенных в Индии. Согласно изданию, компания отправляет дизайнеров и инженеров из Калифорнии и Китая на юг Индии, чтобы помочь наладить производство и обучить местных жителей. Очередным доказательством безответственного отношения Индии к инфраструктуре является недавний занятный случай. В одной из провинций страны вместо асфальта на дорогу постелили черный ковер. Местные власти назвали такой подход применением новейших немецких технологий. По словам экспертов, еще более дручащая ситуация сложилась в сфере производства Индии вооружения, которое, кстати, поставляется в Армению. В регионе Южной Азии распространено мнение, что оружие индийского производства очень плохого качества. Страны не хотят включать это оружие в свой оборонительный арсенал. В основном отдается предпочтение западным производителям – Россия, США, Израиль. Индия сама за очень высокую цену импортирует оружие из Франции, к примеру, истребители «Рафаль». Однако это бьет по экономическим индукторам страны, ведь Индия – развивающееся государство с высоким уровнем бедности. Армения – главный закупщик индийского оружия в регионе Южного Кавказа. В ближайшее время Индия при содействии Франции начнет поставки артиллерийских установок в Армению. Финансирование на себя взяла армянская диаспора Франции при одобрении военно-политического руководства Парижа и лично президента Макрона. Однако с уверенностью можно сказать, что армянской армии индийское вооружение точно не поможет. Мнение экспертов едино. Устаревшее оружие индийского производства с клеймом отсутствия качества несравнимо с передовым арсеналом Азербайджана. Лили Гусейнли, CBC. Правоохранительные органы Турции изъяли в Стамбуле крупнейшую в истории страны партию фальшивых купюр на сумму $1 миллиард. Силы безопасности выследили подозреваемых на складе в стамбульском районе Кагытхани, где изъяли фальшивые купюры, предназначенные для отправки в африканские страны. Всего изъято 10 миллионов купюр номиналом в $100. Задержаны 6 человек – граждане Швеции, Великобритании, Ганы и Турции. В домах арестованных проведены обыски, в ходе которых изъяты драгоценности и крупные денежные суммы. Дипломатические представительства стран, гражданами которых являются арестованные, проинформированы о проведении расследования. Один из ведущих производителей нефтепродуктов в Кыргызстане, Кыргызпетролиум Компания, планирует увеличить объем переработки нефти на своем заводе. На данный момент он перерабатывает 500 тысяч тонн нефти в год. Однако компания стремится увеличить этот потенциал в условиях растущего спроса на нефтепродукты. Компания перевыполнила первоначальный план по переработке нефти с января по март 2023 года более чем на 8 тысяч тонн. Изначально планировалось переработать 48 тысяч тонн нефти. Однако фактически за этот период было переработано 56,5 тысяч тонн. В настоящее время завод производит 3 вида продукции – бензин марки АЕ-80, дизельное топливо и мазут марки М100. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил Кабинету министров задействовать все ресурсы для противодействия пожарам в области Абай.
предотвращения разрастания масштабов бедствия и обеспечения безопасности граждан и их имущества. К тушению пожаров на 6 участках подключены также подразделения Министерства обороны. Предварительная площадь пожара составляет более 60 тысяч гектаров. В настоящее время задействовано порядка 800 человек и более 200 единиц техники Министерства чрезвычайных ситуаций, Комитета лесного хозяйства, местных исполнительных органов и Министерства обороны. И привлечено 8 вертолетов. В зоне бедствия задействованы также экипажи армейской авиации. В Ташкенте международная организация ИСО организовала семинар по разработке планов действий по гендерным вопросам. В нем приняли участие представители сферы стандартизации из 30 стран. Партнерами мероприятия выступило Узбекское агентство по техническому регулированию. Насколько в международных стандартах учтены гендерные вопросы и каковы обстоятельства гендерной политики разных стран, расскажет наш корреспондент из Узбекистана Барчиной Мусалям Касы. Как отметили эксперты ИСО, большое количество лекарств в мире были отозваны, потому что они не были протестированы на женщинах. Обычно даже когда их испытывают на животных, то чаще всего на самцах. Вроде бы незначительный пример, но не только в препаратах. Во всех продукциях и услугах нужно соблюдать гендерный баланс. За прошедшие десятилетия мы увидели, что продукты и услуги разрабатывались без участия и обратной связи женщин. И в результате этого услуги не удовлетворяли потребности женщин и фактически не защищали их жизнь и здоровье. Надеюсь, благодаря этому семинару участники и члены организации лучше поймут роль, которую играет гендерное равенство в стандартах, чтобы убедиться, что продукты и услуги безопасны для женщин, что они отвечают их потребностям. На сегодняшний день весь мир сталкивается с проблемой гендерного неравенства, за которую расплачиваются триллионами долларов. По оценкам аналитиков, сокращение гендерного разрыва в зарплатах мужчин и женщин принесет мировой экономике дополнительно 7 триллионов долларов, что увеличит глобальный ВВП на 7%. При нынешней скорости решения проблемы сокращения гендерного неравенства может занять около 132 лет. Участники семинара, обсуждая непосредственно аспекты гендерного равенства в стандартах, выдвигали пути решения и делились опытом своих стран. В Узбекистане ведется большая работа в этом направлении на государственном уровне. В целях реализации целей устойчивого развития глобальной повестки ООН приняты национальные цели и задачи Узбекистана в области устойчивого развития до 2030 года, которые включают в себя 17 целей. Пятая цель этого документа касается обеспечения гендерного равенства и расширения прав и возможностей всех женщин. Следует отметить, что в общей сложности принято около 30 законодательных документов по данному вопросу. Нужно отметить, что за последние десятилетия был достигнут прогресс. Все больше девочек ходят в школу, меньше девочек принуждают заключать ранние браки, все больше женщин работают в парламенте и занимают руководящие должности, а также проводится реформа законов для обеспечения гендерного равенства. Гендерные действия и гендерное равенство развиваются в Азербайджане. Мы в Институте стандартов Азербайджана имплементируем и разрабатываем некоторые международные стандарты, которые были созданы ISO. Этот стандарт направлен на женское предпринимательство, в котором предусматривается равенство женщин в отношении рабочих зон, промышленных и непромышленных зон. На самом деле это очень чувствительный момент. И из последнего исследования мы видим, что процентное соотношение женщин и мужчин в Азербайджане равно. Его 50 и 50% по каждой сфере. Я изучала электротехнические науки и в данное время руковожу институтом, где в основном работают мужчины. Коллеги-мужчины всегда поддерживают и многому меня научили. Но я знаю, что в моей стране, в Сербии, также много проблем гендерного неравенства. Их нужно решать постепенно и вместе с мужчинами. Они тоже должны вносить свою лепту, потому что без них мы не можем изменить ситуацию.
В начале 2020 года Всемирный банк посчитал, что в среднем женщины зарабатывают на 23% меньше мужчин, но при этом берут на себя до 76% от общего количества часов неоплачиваемой работы, оцениваемую от 10 до 39% мирового ВВП. Несмотря на активное участие женщин в политической жизни стран, на их долю сегодня приходится 23,7% мест в государственных партнерах, парламентах, что пока не отвечает принципу гендерного паритета. Участники семинара отметили, что создание правовой основы – это половина дела. Главное, чтобы они работали. У нас есть два закона. Первый – это закон о гендерном равенстве Боснии и Герцеговины. Это основной инструмент для включения принципа гендерного равенства и оценки влияния закона на гендерное равенство. И второе – это запрет дискриминации в Боснии и Герцеговине и система защиты от дискриминации. Также закон гарантирует гендерное равенство во всех сферах общественной и частной жизни, особенно в сфере образования, трудоустройства, работы и охраны здоровья, а также в спорте и культуре, общественной жизни и в средствах массовой информации. И в Узбекистане приняты гендерно-ориентированные законы, как о гарантиях равных прав и возможностей для женщин и мужчин, о защите женщин от притеснения и насилия, об охране репродуктивного здоровья граждан. Недавно страна криминализировала домашнее насилие, приняла закон по обеспечению защиты женщин и несовершеннолетних от насилия. Наряду с этим особое внимание уделяется повышению роли женщин в общественно-политической и экономической жизни. Сегодня женщины составляют 77% занятых в сфере здравоохранения, 74% в сфере образования, 46% в отраслях экономики и промышленности. Более 2000 женщин занимают руководящие должности в государственных и общественных организациях. Если в целом взять, в порядке 44% трудовых ресурсов Узбекистана приходится на женщин. Женщины – это не маленькие мужчины. Они могут все, что могут мужчины, но только продукты и услуги должны соответствовать их параметрам. В ходе семинара участники разобрали несколько стандартов ИСО на предмет дифференцированности по полу и предложили свои варианты по дополнению некоторых стандартов. Парчиной Мусалямкызы, Бехрус Хамроев, специально для CBC из Ташкента. Бывший премьер-министр Британии Борис Джонсон сложил в себя полномочия депутата Палаты общин британского парламента. Это произошло после того, как он получил отчет по делу о вечеринках на Даунинг-стрит в период локдауна, введенного из-за пандемии коронавируса. Накануне Джонсон получил копию еще не опубликованного отчета парламентского комитета, который расследовал обстоятельства организации вечеринок в резиденции премьера. Авторы доклада, в частности, пришли к выводу, что Джонсон умышленно вводил парламент в заблуждение. Джонсон отметил, что ему очень жаль покидать избирательный округ. К моему большому удивлению, они полны решимости использовать судебное разбирательство против меня, чтобы изгнать меня из парламента. До сих пор они не представили ни малейших доказательств того, что я преднамеренно или безответственно ввел парламент в заблуждение. Для меня было большой честью служить своему избирательному округу и в качестве мэра, и в качестве члена парламента. Ранее Борис Джонсон на слушаниях в Комитете по привилегиям Палаты общин британского парламента, которые проводят расследование проведения вечеринок на Даунинг-стрит в разгар пандемии коронавируса, объяснил, что они устраивались в связи с рабочей необходимостью. По его словам, целью таких вечеринок являлось повышение морального состояния сотрудников его канцелярии. При этом он призвал, что во время вечеринок не соблюдалась необходимая социальная дистанция. По версии полиции, речь шла о 12 вечеринках. В расследовании правительства говорилось о 16. Джонсон уже дважды публично извинялся за участие в вечеринках. В мае 2022 года он частично признал свою вину, но отказался уходить в отставку. Власти США обнародовали обвинительное заключение против бывшего президента Дональда Трампа по делу о хранении секретных документов. В нем содержится обвинение по 37 пунктам, в том числе в даче ложных показаний и преступном сговоре. Ранее об обвинениях сообщил сам экс-президент, заявив о своей невиновности и обвинив нынешнего президента Джо Байдена
преследованиях по политическим мотивам. Это уже второе обвинение в адрес Дональда Трампа и первое в истории обвинение в адрес бывшего президента США, выдвинутой федеральной прокуратурой. По данным прокуратуры, Трамп скрывал документы с подробным описанием ядерных программ США, потенциальных уязвимостей Вашингтона и его союзников, а также планов США по ответным военным атакам. Эти материалы могли поставить под угрозу национальную безопасность Соединенных Штатов. В заключении также подробно описано, как Трамп якобы скрывал эти документы от следователей и собственных адвокатов, перевозя коробки с бумагами в свою личную резиденцию во Флориде, а оттуда на самолете в поместье Бедминстер в штате Нью-Джерси. Законы США запрещают чиновникам, в том числе президенту, хранить секретные документы в несанкционированных местах. Эксперты отмечают, что нынешнее дело не помешает Трампу участвовать в президентской гонке. Власти провинции Албай на филиппинском острове Лусон эвакуируют 10 тысяч человек из-за угрозы извержения вулкана Майон. Специалисты рекомендуют эвакуировать жителей из зоны постоянной опасности радиусом 6 километров из-за угрозы извержения, выброса потоков лавы, камнепадов и другой вулканической активности. Отмечается, что в этом районе проживало около 18 тысяч человек. Вулкан высотой 2462 метра расположен на юго-востоке главного острова Лусон. О его пробуждении накануне сообщил Филиппинский институт вулканологии и сейсмологии. Позже институт повысил статус тревоги из-за извержения до третьего уровня, что означает повышение тенденции к опасному извержению. Извержение может произойти в ближайшую неделю или даже несколько дней. Ну что ж, сегодня стартовал предпоследний этап велогонки «Азиз-Шуша». Он проходит по маршруту Гянджа-Гёйгёль. Данный этап велогонки является четвертым по счету. Он самый короткий в соревновании. Его протяженность составляет 102 километра. В предыдущих заездах победу одержали велогонщики из Болгарии, Нидерландов и Бельгии. За лидерство борются 16 команд велосипедистов. По итогам соревнований спортсмены наберут лицензионные очки, благодаря которым велосипедисты могут завоевать путевку на летние Олимпийские игры 2024 года в Париже. Завершится сама велогонка уже завтра в городе Шуша. Ну что, с подробностями Мин Ахмедов. Здравствуйте, дорогие телезрители. Да, вот сегодня завершился четвертый этап велогонки «Азиз Шуша», «Дорогая Шуша», и завершился он здесь, в Гёйгёле. Вот буквально недавно разобрали уже финиш, здесь располагались барьеры, финишная линия и также пьедестал почета, и вот все было сейчас разобрано, сейчас буквально скоро мы также будем выдвигаться отсюда. Очень напряженным был четвертый этап, если говорить об этом, возможно, был где-то даже самым трудным, учитывая рельеф, учитывая поверхность. И победу в нем одержал итальянский гонщик, это Алессандро Монако, одержал на финише. Вторым приехал другой итальянец, Эммануэль Ансанили, его партнер по команде. Третьим стал Рудольф Ремхи, это велосипедист из Казахстана. Здесь радостная новость, она касается именно Самира Джабраила, который стал лучшим горным гонщиком на подъеме, так как здесь по итогам соревнований получается не только желтый, есть и зеленый марк, красный, белый. Так вот, красный получается лучшему горному гонщику. И вот на подъеме лучше всех проявил себя Самир Джабраилов, и сейчас у него майка горного лидера, своеобразная, это представитель Азербайджана. Теперь нас ждет решающий этап, который состоится завтра, и стартовать он будет уже в Белагане, завершится он в Шуше, и здесь ставки высоки. На пресс-конференции Ансанли отвечал, что ему хочется удержать желтую майку лидера, помимо он еще, этого он еще является обладателем зеленой майки. Так вот, решающий этап, здесь есть шансы у Самира Джабраилова где-то попытаться зацепиться за победу. И отметим, что очень сложный был финиш, учитывая горный рельеф и подъем сюда. Вот завтра многое будет решаться. Завтра также очень непростой этап. И сейчас готовится, экономить силы. Где-то пытается прийти в себя после такой непростой гонки спортсмены. И завтра уже все оставшиеся команды стартовать и финишировать они в Шуше. Сегодняшняя протяженность гонки составила порядка 103 километров, если быть точным, то 102,9. Ну и вот определенные лицензионные очки получили все велогонщики. Эти лицензионные очки как раз помогают в плане попадания на летние Олимпийские игры в Париже. А мы будем дальше следить и следить уже за
за последним этапом. И в конце подведем общие итоги. Общие итоги всех пяти этапов этой велогонки. Азиз Шуша, это велогонка, может быть, уже проводится второй раз. Мы помним велогонку Азиз Шуша в прошлом году. Вот теперь же эта велогонка уже несет нам мировой календарь, так как она носит определенный характер на попадание летней Олимпийских игр в Париже. Будем дальше следить за развитием событий. У меня к этому сейчас все в студии. Спасибо вам, спасибо большое. Ну что ж, завтра мы узнаем победителя международного велопробега. Ну, к этому часу у нас пока все. До встречи в вечернем выпуске. Всего доброго.